у нас звучит полет шмеля. И за этой музыкой не слышно тарахтения двухтактного двигателя этого тарабанта. Четыре лошадиных силы, мощность тарабанта, рабочий объем двигателя 600 кубиков, чуть-чуть больше, чем у Citroën Дешво, который вы наблюдали. Как вы заметили, автомобили выступают у нас по классам, по категориям. Вот у нас поехали малыши. Вообще автомобили тарабант стартовали в производстве в 1957 году в немецком городе Цвикау в ГДР. Это был вот такой вот народный автомобиль. Ну, считается, что чтобы купить новый тарабант, надо было простоять в очереди вначале 10 лет, потом 15 лет. Даже канцлер Германии нынешний тоже жаловалась, что так она и не смогла достоять.